Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алексей, мы продолжаем проходить игру Рим 2 за фракцию Лузитания в дополнение Ганнибал у ворот. Ну и у нас что у нас? У нас продолжение атаки на Карфаген, захвачена полностью Мавритания и половина Пиренейского полуострова под нашим контролем. Нужно пробежаться по бережку и добить карфагенские города. Подружиться с васконами в плане военного союза. Они вроде как согласны с нами, но нужно немножко золотишком помахать там перед лицом у них, и тогда будет все хорошо. Плюс нужно отстроить новый Карфаген полностью под нашу культуру, для того, чтобы не было разногласий в этих культурных. Извините за тавтологию, разногласий культурных не было. Да, и для этого у нас отправились сюда войска, в частности, это государственные деятели Кванос, который имеет все-таки какие-то бонусы по налоговая ставка только, и больше ты, в принципе, ничем не поможешь. Ты больше такой. Вот, ты нам, наверное, армию передашь. Вот здесь вот. Хотя у нас все и так прекрасно, да? Да. Армия это готова с ланием, а вот здесь армия не особо готова. У нас тут боярские пращники, скутарии-копейщики, вот. Слабые отряды, да? Скутарии-копейщики. Их нужно поменять на кого-нибудь. Кстати, что тут из наемников? Во, два отряда боевых слонов можно здесь нанять. Я, наверное, их и найму, потому что мне как раз-таки кавалерии не хватает вместо вот этих вот ребят. Но это будет уже на следующем ходу, а пока конец хода и будь что будет, смотрим. Тут уже и Карфаген нападает, флот тоже. Вот уже боги говорят со мной. Прозвучала фраза. Да, вот начинается эта шпионская война. Для этого вот эти два агента моих и отправились, чтобы наказывать их. Ну и плюс тут Восконская агентура стоит возле Сагунта, которая тоже будет мне помогать в уничтожении Карфагена. С Вольками Восконы, интересно, воюют или нет? То, что армия, я вижу, стоят там. Вот они, Вольская армия куда-то свалила. Так, ну и трущобы появляются в новом Карфагене. Не успела их отстроить, потому что денег не хватило. Два трущобы. Ранг жреца повысился. Строительство было завершено в общественное здание в новом Карфагене. Попытка подрывной деятельности не удалась. Это хорошо. Население несчастно, недовольно в Дальней Испании. Да бог с ней. Появляется новая фракция Вольки. И мы наконец-таки встречаем Рим. И где же мы их встречаем? Римскую армию. Это Вольки, да, мы обнаружили их. Это понятно. Васконы. Вообще дипломатию надо посмотреть. Васконы. С Вольками вы не воюете. Вы воюете с Ливией, с Массилами и с Карфагеном. Кантабры и так далее. Союзники. Вот так вот, друзья. Давайте. Военный союз. Приоритет низкий. Но я хочу вам предложить за это, допустим, 2000. Благодарю за сотрудничество. Продолжайте в том же духе. Мы подчиняем себе полностью, получается, Нумацию регион, да? Это регион называется Кельтиберия. Да, Кельтиберия полностью под нашим контролем. Но вот с кантабрами мне нужно еще что-то сделать. Они военные союзники Вольков. А со мной они не особо дружат. Ну, потому что они ни с кем не воюют. Ну, к примеру, тоже так вот. Можем мы их заставить в союз вступить? Нет, не можем, потому что ну, маленькие отношения с ними, они ни с кем не воюют, и повышать отношения только через договоры. Это довольно-таки сложно. В конфедерацию их звать тоже они не хотят. Остаются таким бельмом на глазу. Земля будет нашей. У нас, да, это Ближняя Испания. Ну и да, вот она. Галиция. Вот, ну вот,
как нам с тобой быть, чтобы выполнить это задание, мне нужно их как-то подчинить все-таки себе поближе. Ближнюю Испанию, то мы понятно, мы захватим, ровно так же, как и Дальнюю Испанию, тоже она будет наша вся. Дальняя Испания и Басим, это через, в принципе, несложно сделать, переплывем да захватим и Дальнюю, и Ближнюю Испанию. А Ближняя Испания это этот город, Лерада наша, Цесис и Вольгский город, да? С Вольгами войны нету, нейтральные отношения. Ладно, хорошо, с этим мы разберемся, но разберемся чуть позже. Пока что давайте-ка продолжим свое движение. Значит, здесь у нас сановник, да, он уже будет заниматься... Великолепно. Плюс 13 стало. Будет культуру сеять. Плюс у нас еще один генерал вот здесь вот. Он для общественного порядка, да? И у него эдикт хлеба и зрелищ. А, ну за счет эдикта плюс 2 общественный порядок. И все. И за счет просто персонажа, да? Фу, так тебе может быть... Тупо здесь остановил общественный порядок. Мне нужно сеять там, где его нет. Здесь у нас отлично с общественным порядком. Здесь тоже он растет. Культура наша, наша. Да, полностью. 65% нашей культуры. Что с тобой делать, брат, друг, сват, борщ? Оставаться здесь. Давайте, ладно, в Картубе он побудет пока. У меня здесь вот еще есть шпион. Новый дозорный, который еще общественный порядок насчет персонажа поддерживает. Он воссоединится с этой армией, и эта армия будет таким переходящим, чтобы именно гасить бунты захваченных территорий. Так, ты, по-моему, безопытный воитель, которому нужно получать опыт. Манипуляция у тебя неплохо изучена. И принуждение, в принципе, тоже довольно-таки серьезно. 95% на любое из этих действий. Но цель повешена через принуждение будет вот это. Но задержан только. Ладно, пусть будет задержан. Теперь вот этого надо будет. Манипуляции, принуждение... Отлично. Еще один сановник переходит под наш контроль. Правда, он довольно-таки слабый. А какие у него тоже с общественным порядком и путем манипуляций. В общем-то, чего? Путем манипуляции этого агента заставили перейти на ваш сторону. И все, да? Ну, ладно, пусть он будет. Лучше он пусть будет у меня, чем он будет у врага. Вот я такого мнения. Если я уйду с этой провинции своим отрядом, военная преступность, ну, допустим, просто я шаг делаю в сторону, становится единичка, да? Это не очень выгодно. Продолжаем. Заниматься, в общем, надо трущобы уничтожить, и тогда общественный порядок еще вырастет. И опять мне не хватает денег. Ну да, деньги я потратил не зря, я заключил союз с Васконами. Остается наша основная боевая мощь, идущая в атаку. У меня 36 денег, я 5 слонов не найму. Организовываем засаду. Ну, как организовываем? Просто ее нападаем на врага, который на ускоренном марше. И тем самым мы организовываем засаду. Карфагенские, ливийская пехота, бла-бла-бла. В общем, гоплиты. Отыграть этот бой самому... не очень будет выгодно. Проще рассчитать, это сохранит мне больше армии, нежели я пойду сам в атаку. Это 100%, потому что я потеряю очень много мечников, а здесь я потеряю конных скутарий только. Ну, не полностью отряд, а войска. Хотя нет, в принципе равномерное уничтожение. Допустим, всего солдат взято в плен с помощью баллист небольшое количество. Если бы я сам играл, то больше было бы. В общем, распределилось полностью по всем. Уничтожаем армию Карфагена.
продолжаем движение. Добиваем оставшиеся войска. И тут, в принципе, можно вот с обычного режима. Да, еще чуть-чуть кавалерии. Ранг получил. Болярский прачник, который 7 солдат убил. И ты молодец. Иол. Иол, опять-таки, без прикрытия. Есть тут генералы, конечно. Есть гарнизон. Ага, тут флот еще. Финикийские соратники где-то находятся. Флот непонятно где. Полководец. Два полководца. Нет, это гарнизон. Ну да, два полководца. Ну так там на суше стоит еще один. И защитники, да? И тут вот не на моей стороне, якобы, атака, подкрепление 1300, у меня 1000 солдат, я иду штурмовать этот город сам, и спокойненько перестреливаю их всех с расстояния, если же только он не идет в контрнаступление. Если же он идет в контрнаступление, он не идет в контрнаступление. Все бы было бы по-другому. Половина армии — это гарнизонская армия, и она не особо сильная. Вот эти 700 человек, даже 850 человек, мне особо неприятности не составит. Это точно. Да, в принципе, никто здесь не составит, даже слоны, мы их перестреляем просто с прощей и с баллист. И вол падет просто под натиском катапультных залпов. Довольно-таки долго загрузка проходила. Нет, в туман я не хочу атаковать, потому что точность и дальнобойность всего и вся снижена. Все, негативных эффектов нету. Идем в сухую погоду, идем спокойненько вот здесь площадь разбиваем. А где же он выставит свои отряды? Отряды... Не, лучше вот идти отсюда. Да, 100% лучше идти отсюда. Так и поступим. В самый близь обычным снарядом, да, прачники вот такими кубичками строятся. Режим пристрелки отставить. Так, вы, друзья, стоите пока тут, вы за ними. Это вдруг, если что, на нас нападут. И два отряда кавалерии просто пока здесь начинаем бой. Так что спокойно, бегом. К ним подходят свежие силы. Вот сюда вот. Свежие силы подходят с моря. I long to go home. Ливийские облитые, вот они, свежие силы. Да, это морские отряды. Прачники, вам достаточно и так постоять здесь. И мне нужно... Вот здесь вот встать. Все, тут прачники справятся. Вместе с баллистами, тем более. Кавалеристы, давайте сюда. Сюда, бегом. Все, передвигаемся. Вражеский военачальник убит. Смотрите, они идут в контрнаступление. Зачем? Друзья, зачем вы это делаете? Ну это глупо. Толпа свирепствует. И все, и вы разбегаетесь и убегаете отсюда. Я сказал, убегайте! Ну убегите. Ну, пожалуйста, ну не надо идти в атаку. Ну придется тогда немножко поиграть с ними. Мечник, сделай красиво все. Иди в атаку. Ты тоже. Кавалеристы. Мне нужно убить этих дурачков, которые копьями сейчас кидают на меня. Ух, в общем, они все-таки решили в контрнаступление идти.
cleric slingers! Slingers! Генерал, дай-ка ты нам воодушевление для бойцов. Так, вот еще призыв к сплочению. Ужас посей. Страх. Чтоб они точно разбежались. Копьеметателей вырубайте. На нашего военачальника напали. Да все это бред. Второе дыхание нам не надо. Убить их. Все. Тут молодцы справились. Становимся тогда вот так. Баллисты поворачиваются сюда. Сюда, да. Эти все так отступают. Давайте тогда вот таким вот образом рассредоточимся пока что. Потерял немножко. Вот прачников один отряд был перебит. Так, друганы-муганы. Становимся сюда. Мечники за вами. Генерал здесь. Все гуд. Прачники стреляют. Кавалерия сюда. Давай, давай, давай. Стрельбай, шмальбай. Принимаем удары копейщиков. Ничего не сделать с этим. Катапульты бьют. Развернулись. А, вы еще тут. Нет, не нужно так делать. Не нужно меня стрелять с копий. Это плохо. Это нехорошо. Это потеря моих отрядов. Давайте тоже в атаку. Вы сюда. Вы же стреляете, да? Сделайте вот так, чтобы вот эти прачники больше не стреляли. Посей-ка страх вот этим ребятам. Угу, молодца. Все правильно сделал. Кавалеристы. Все. Разбежались, все, окончить бой. Пум! 359 человек потерял, твою мать. Ну, конечно, больше. Значительно больше. Ну, жалко. Ну, ладно, восстановится. Обидно, ранги теряются. С восстановления отряда теряются ранги солдат. Это меня печалит. Все, Леволн взят. Кстати, новая особенность. Манипуляция, принуждение, шанс успешной манипуляции увеличен. Так, убито. Все-таки там осталась армия. А, разрушить до основания. Да. И полководец еще получает 9 ранг. Матуак. Ты красавчик. Ты красавчик. Плюс еще... Ага, вот страх. А, бесстрашный воин, рвение 2, урон всех отрядов ближнего боя, урон всех стрелковых. Доблесть, общественный порядок. Нападение, боевой дух. Нападение, защита, боевой под... Рвение, атака ближнего боя, выстрелов в минуту. Авторитет рвения поднимает. Уверенность. Скорость исследования, общественный порядок. Авторитет, боевой дух всех отрядов. Боевой дух отрядов врага минус 5. Вот, конечно, круто. Мы и так страшим их очень сильно. Боевой дух всех отрядов врага минус 30%. Да, это круто. Бесстрашный воин. Это последний навык, который я смогу взять и апнуть, допустим, еще на единичку. И вот поэтому мне очень интересно, что мне взять. Можно взять, допустим, одну защиту, одно нападение, к примеру. Либо взять два навыка бесстрашного воина. Что я, в принципе, и сделал. Ну, пусть будет так. Так, ты у нас философ, сановник философ, да? Шанс крит успеха в любом действии.
хитрость есть у тебя, да? Общественный порядок плюс 4, культурное влияние, численность рабов, общественный порядок, что-то на общественный порядок, такой дядька крутой. Военное хозяйство, стоимость содержания армии. Вот, давай-ка еще военное хозяйство разовьем тебе, чтобы содержание армии было поменьше. И нужно было, наверное, добить их. Но добивать... Пускай-ка они лучше валят отсюда. Это Иол. Иол Циркта. Регион Гиви и Сертиф. В принципе, они все рядом здесь. Провинции эти. Карфагенские. Давай тогда пока... Ух ты. Культура. Ну, культура наша будет расти сейчас, иберийская, просто колоссально. Ну, в общем, мне нужно куча денег, мне нужно. Вот что мне нужно. Заканчиваем ход. Я же всеми походил, да? Кроме одного шпиона и пламенных фалькат. Но мы и вами стоим. Стоим и ждем. На Сагун пока не идем, потому что надо общественный порядок поднять. Да, все верно. Конец хода. Либисоса. Где столько бабла сейчас нахоботать? Я думаю, надо было все-таки их уничтожать. Ну, остатки вот сейчас и армии, которая сейчас разбежится, кто куда. Чтобы не ловить ее потом по всей округе. Надо бивать их. Да ладно. Первым делом надо слонов нанять сейчас. Два отряда. Слоны это круто. А боевые слоны это еще круче, чем просто слоны. На содержание на их денег будет уходить тоже немало, но что делать? Диверсия в Иоле, отравление колодцев было, население встревожено, но оно сейчас уже нормально все будет, роща и лики достроена. Да, надо с трущобами заканчивать. Так, грамотно теперь распределяем, что нам здесь нужно. Общественный порядок мы сейчас поднимем. И он сейчас вообще летит очень быстро. Траншеи. Здесь у нас стекло, да. Ну, во-первых, надо, да, вот это перестроить. Теперь смотрим, что нам здесь нужно. Давайте, здесь будет роща для... короче, так. Забыл. Короче, которая пищу делает, как она там называется. Атегин. Тыгины, да, пищу добавляет, которая так, 1200 монет у меня еще. И квартал ремесленников, это доход производства, но я все-таки приграничу делаю, потому что, ну, пища рано или поздно она кончится. Она нам тоже надо. Ну, опять у меня все деньги просраны, а мне еще отстраивать Иол. Ремонт, это, конечно, круто. Да, и что подстроить, это... Видишь, сколько тут армий у Карфагена, просто трындец. Идем, нападаем на него, на укрепленную. И он просто отступает, да? Просто отступает. Ты тоже отступаешь, ну, разгоним их. Не, надо уничтожать. Давай, вот этого убить. Убить его, вот так вот, полководца этого. Так, и до этого добраться мы не сможем. И вот видите, минус 5. Ускоренный марш. И я только себе хуже сделал. Ну, я думаю, никто не нападет. Не осмелится, по крайней мере, этого сделать. Чтоб напасть. Поехали. 500 монет. Манипуляцию. Хватает денег, да? Принуждением. А наемное убийство, резня, допустим, тоже, в принципе, неплохо. 460 монет. Меткая стрельба 27.59, 43.38. Так что противник убит. Ты молодец. Ты молодец. У тебя, в принципе, все круто.
Убийство, резня, шанс успеха 5. Приключения и манипуляция. Принуждение, шанс успешной манипуляции 10. Головорез. Вот эти навыки тоже, по-моему, особенности вырастают. Допустим, грязный клинок может перерасти там в какой-нибудь там чистый клинок, ну, к примеру. И шанс успеха увеличится. Может, да? Я надеюсь, что я прав, потому что вот, допустим, головореза, манипуляцию, она получила недавно. Но это первая особенность, изначально у которой был шанс на успех 5%, стал 10%. Ну, я думаю, именно так он растет за счет того, что мы делаем. Так, у нас 100 монет остается, и ничего не остается, как остается. Как остается идти дальше. 68 минус 59. Я вот сейчас вот на данном этапе предлагаю занять оборону и отсидеться немножко. Ну, относительно немножко, конечно. Хотя вот эту провинцию надо захватить. Сетив. Потому что она очень большой радиус обзора мне добавляет. Они могут пробираться по этой дороге незаметно. И в итоге Сига у меня пропадет. Занять оборону, отбиваться от атак Карфагена. Черт бы с ними. Кстати, здесь он очень хреново массивом. Вот. Для того, чтобы немножко развиться. Восстановить порядки в захваченных землях. Апгрейдить здания, как некоторые, да, которые я могу апгрейдить. Тут у меня уже и так развито. Приносит 800 монет, 1000 монет, 300 монет, 300, 1000. Да, столица приносит денег больше. И вот тут у нас сейчас Варварская сотня достроится. Общественный порядок упадет. И мне нужно будет рощу Индовелика делать, или же, допустим, там Нетта, так как общественного порядка не будет. А еще было бы неплохо там доход повысить там от той же самой морской торговли, плюс добавить пищу. 3 портовых города, доход от морской торговли полтинник, а, к примеру, если это лодочная мастерская, 140. Вот, допустим, сделать гавань еще. В общем, много чего нужно сделать, но для этого всего нужно очень много денег. А денег у меня мало. Я могу налог поднять. Я этого делать не буду. И я закончу ход, наконец-таки. И потом начну уже мысли свои вслух рассказывать. Да, ты все правильно бежал. Я же перепугался, что-то вдруг решил погулять. Вот. И у меня сейчас еще исследование закончится. А еще мне нужно было исследовать масло, чтобы лить масло в городах обороны, в столицах. В общем, много чего нужно сделать. Как-то убедить еще кантабров перейти на нашу сторону. И вот трущобы в Иоле получили мы 2. Специализация. Экономика пленения выходит на первый уровень, да, и мне дается еще пища. По-моему, так, да? Специализация. Да, пища плюс 3 добавили. Кельтский плуг. Доход от земледелия. Стоимость строительства аграрок. Доход от торговли. Доход от земледелия. Пища 5. Нет, это мне не надо уже. Коррупция в ваших провинциях минус 10. Вот это неплохо. Стоимость политических действий. Доход от культуры. Коррупция в ваших провинциях минус 10. Насаждение культуры. Вот это вот важные самые исследования. Кельтский календарь. Пятку чуть почесал. Стоимость строительства зданий минус 5 во всех регионах. Тоже неплохая каменная платка. Доход от производства увеличит. Еще осаду нужно улучшить. 10 ходов. Дальность движения войск. Стоимость осадных команд, скорость пополнения всех войск тоже довольно-таки неплохой. Стоимость набора, стоимость содержания, это флота. И здесь флот. Флот это круто. У нас есть кольчуга, да?
учение пехоты, число ячеек набора во всех провинциях, стоимость набора всех отрядов, стоимость содержания всех армий. Тоже ведь важные навыки, но для начала мы с коррупцией, да, именно так. Насаждение культуры. Да, вот этот навык изучим. Наблюдение за звездами. Пусть за звездами наблюдают. Ведь круто уже за звездами наблюдать. Так, армия у меня восстановлена. Тут вот дружок стоит. А почему я не могу... А, тут через реку идти, да? Через реку идти не прикольно. Тут еще где-то армия была. Вот она, тоже через реку. И опять не смог дойти до Иола. Давай-ка, да. Вот, 5. Опять, мне опять трущобы нужно уничтожать. Этот вот ход терять. Тут вот 900 монет на это потратить. И порт построить. У меня 1000 монет осталось опять. Так, новый Карфаген достроен. Приграничие. В Сиге Левады достроены. Да, вот видите, нолик стало. Общественный порядок. И это у нас сейчас, ну, благо сейчас зима. И летом общественный порядок улучшится. Это хорошо. Несезонная условия. Сухая зима, мягкая зима, мягкая зима. Дальняя Испания не очень вам хорошо. Новая фракция Гармантина появилась, да? Тайный агент раскрыли где-то. Это наш дружок. Агентура. Сагунт, тут общественный порядок хороший, да. Сановник у меня тут есть еще. Что им делать? Ничего им не делать. Стоять, пока отдыхать. И так ведь. Надо, короче, Сагунт забирать себе сейчас. И вот здесь вот остановиться. Потому что там дальше Вольки. Мы же не успеем дойти доход, да? Так что давай, бегом. Как раз таки еще Карфаген торгует с вольками. Нет, он с кем-то торгует, а вот вольки тоже с кем-то торгуют на этом торговом пути. В общем, я не до конца разобрался, что да как. Приграничье, резервуар, рост, доход от земледелия. Вот глинники тоже неплохо было бы построить. Доход от культуры, хижина мудреца. Ай-яй-яй-яй-яй, хоть ты кредит бери. Все, никто ничего не делает. Ты вот с ускоренного марша сейчас. Ага. Именно так. Так, иберийская культура растет. Где-то наш сановник. Ты же сановником вижу, да? Авторитет, расходное содержание, общественный порядок. Идет вперед без особых преимуществ и штрафов. С культурой, да, вот ты, друг. Сановник. Иди занимайся здесь управлением. Управление дает мудрый совет местным властям, что позволит увеличить налоговые поступления и защищать местные поселения от действий агентов, подрывающих авторитет властей. Хоба! И погнал. Культурное влияние увеличить. Круто. Жаль, это в городе нельзя делать. А ты, допустим, можешь что? Воинское рвение. Рассказывает о славных битвах и великих победах, тем самым вдохновляя жителей. Это подъем боевого пыла, кроме прочего, помогает защитить местные поселения от вражеских агентов, подрывающих. Оба! Такая тоже занимается всякой ерундой. А ты, допустим, можешь агентуру, да, сделать здесь. Контрразведка. Шанс обнаружить. Защищает местное поселение от... Ну, вот тоже ведь круто. Местные поселения. Это вот только в этой провинции, наверное, это будет делаться. Ладно, пусть они пока этим занимаются. А мы закончим ход. Оставим 1000 монет. Не знаю зачем, но пусть будет. Контрразведка, военная разведка. С
что деньги нужно всегда оставлять для каких-то там непредвиденных целей. То есть, допустим, мне там что-нибудь там срочного бы понадобилось, а мне не хватило. А тут хоп, вроде есть денежка. Но у меня-то и так пока все прекрасно. Но, допустим, мне сейчас нужно будет трущобу перестраивать, нужны будут деньги. Пусть они лучше будут, чем их не будет. А, и так, кстати, ранги повышаются у них. Ну, то есть опыт растет за счет того, что они управлением занимаются. Это действие, манипуляция, принуждение, шанс успеха резни. Ты у меня агент резневый, так что мы тебя будем качать это все. Тайный агент раскрыт. Дилеонид, о, вражина. И строительство завершено. Новый Карфаген, и он. Да. Строим здесь и святое место, и приграничье. И пурпур улучшить было бы неплохо. Пища минус 2 даст. Это не так сильно ударит здесь по карману. Здесь приграничье то же самое пищу и добавит. Ровно так же, как и порт там что-нибудь. И так далее. Так. Все. Сиди тут. Вообще, на самом деле, не то чтобы сиди. Наш сановник довольно-таки силен. Он же может. Манипуляция, убеждение, шанс успешного убеждения 30%. То есть я могу сманипулировать убеждением. Только манипуляцию и могу сделать. Давайте попробуем манипуляция, убеждение. 700 монет это стоит. Агент там, видимо, крутой. Но только сможем ранить цель. Не круто. Найм убийц. Тоже. Ранение. Вот 11% провокацию было бы неплохо. Ты же агент же, да? О, соглядатый. Посмотрите, какого ранга он. Мне нужно с ним что-то делать. Вообще лучше, конечно, убедить его. Ну, только задержал его. Ну, ладно. Пускай он его задерживает. Содержание армии сразу же увеличилось, насколько я понимаю, да? Да. Мне нужно теперь возвращаться в военное управление. И не надо было вылазить. Забираем Сагунт. Сагунт. Оккупируем. Не будем. Империя выросла. А теперь эдиктов можно 2 издавать. И это тоже круто. Это может попахивать третьего уровня здесь аж. Вот, чтобы их перестроить, нужно очень много денег. 1004 скинет. Пусть скидывает 4 тысячи, плевать. Ну все, дальше уже денег нету. Культурное влияние здесь и так достаточно. Алтарь не бей, доходы морской местной торговли, доход от скотоводства. Есть тут доход от производства что-нибудь? Вот, от производства, нормально. У меня здесь производческий такой, траншеи всякие, да, вот я бы хотел бы вырыть здесь еще. Ну вот еще нужно кучу денег теперь для вот этого дела. Для перестройки зданий. Так, дружок, мужик. У меня там дядька пришел в город Картубу. Давай-ка ты разведочкой займись. Фракция. Так, мутуак сделать назначение не можем, так как тебе по возрасту не получается. Ну, кстати, скоро ты повзрослеешь, мы тебя продвинем. Разводить тебя тоже я не собираюсь. Пока что у меня нормально. Лидер Матуак, влияние неплохое со старейшин. Развод мы не будем делать. Убийство жены, о господи, 7 тысяч стоит. Заказать его тоже, это дорого очень. Так, а зачем его заказывать? Кабалы сделать назначение. Вот, допустим, его мы можем назначить. Нет, не можем. Кабалы, что он ранга не третьего.
Лани, ой, сколько у тебя харизма. С тобой нужно свадьбу, допустим, сыграть. Или слухи, расписание, заказное убийство тебе сделать. Не надо тебе. Усыновление нельзя. Принять в партию лидера другой партии. У него харизма неплохая, Лани. Где он вообще находится? Лани-то наш. Где-то находится. Вот этот кабалос. Ладно, черт с ним, с этим Ланием. Денег у нас опять нет. Стоим, отдыхаем. Заканчиваем ход. Да, не так. И Баси мне нужно еще захватить. Это же последняя, да, деревня? Да. Дальняя Испания, мне нужно эдикты сдать точно. Эдикт. Турдитания. Не хочу издавать эдикт. Я бы лучше вот здесь вот в Тангисе его издал. Эдикт о... Не. Налоговая ставка 5. Доход от всех торговых сооружений 10. Замедляет снижение численности рабов. Стоимость набора отрядов. Росзаход. Росзаход здесь не особо нужен. На 5% увеличить доход Мавритании. Сколько Мавритания приносит мне вообще? Самый большой доход у Мавритании. Вот видите как. И мы здесь издаем налоговую ставочку. Сбор подати. Да? Хотя эдикт хлеба и зрелищ было бы неплохо здесь тоже, потому что общественный порядок плюс 4 добавит, но не особо нужен. Вот поселение развито в Мавритании, да, потом идет Лузитания 868, Дальняя Испания, Турдитания, Галиция, бла-бла-бла, Нумидия, Нумидия пока доход не приносит мне вообще, только затраты. Цирта, цирта, цирта. Все, нафиг, конец хода, 3000, да? А, не-не-не, как? Ну да, конец же хода мне надо. Я ж не делал, да, конец хода, все. Успокоиться нужно, то я начинаю забывать уже все. Все забывать. Ну и следить тоже нужно за всем за этим, иначе запустим мы свое государство, и начнется хаос, разруха, беспорядки. Гражданская война, и это в итоге придет к поражению. Лучше не упускать каких-либо мелочей, потратить на это немного времени, и тем самым сделать все правильно, нежели потом искать решение каких-то там проблем. Ладно, жрец получает у нас 6-й ранг, вот это нам на руку. Вообще вот эти вот классные у Лузитании события постоянно, вот эти вот неопределенные, они мне постоянно плюсики добавляют, это круто. Это я везучий, значит. Так, порт Виоли был достроен, новая особенность разведчика, нафиг ненужная. В Мавритании издан эдикт сбор податей, тайный агент раскрыт, это вот здесь, да, мы опять его не смогли переубедить. Давайте еще разочек убедим его. Опять он задержан. Блин, он даже не ранен, понимаете? Даже не ранен. Так, пока строить мы тебе ничего не будем. Блин, а денег-то вот этими вот вещами очень много занимается. Да, на 5% это всего лишь, что монет вверх пришло. Это не очень круто. За счет всех персонажей, защита от действий агента, снижающих рвение 6, это провинция. Защита от действий агента. Так у меня же еще вот этот друг занимается. А, нет, не занимается. Ну-ка, управлением занялся. Да, еще вот защита от дрожжения, налоговую ставку увеличивает. Вот это круто. На 11. Угу. Так, ну и надо перестраивать варварский городок в селение. Так, уровень опыта некоторых отрядов увеличен. Не, это лагерь застрельщиков, это не круто. Я здесь монетный двор лучше построю. Доход от всех источников, бла-бла-бла. Влияние на общественный порядок не очень, да? Будет. А печь для обжига. Доход от местной торговли, от животноводства. Не есть гуд. Алтарь, общественный порядок, доход от производства, гид хлеба и зрелищ. Доход от производства построек 2%.
1300 монет на траншею строить. Траншея добавит отличный доход. Да. Правильно сказать так. От производства. Доход от малых хозяйств. Вот эти вот надо вот варварские города в Новом Карфагене нужно тоже улучшить. Пусть он стоит 2500, но он даст отличный прирост в деньгах, на 200 монет целых поднимется, доход от всех источников увидит. В общем, столько мелочей, и уследить-то за всеми не успеваешь. И Кантабры еще как-то нужно... Что там? Вот уже с ними совсем 10 нейтральные отношения. Ладно, хоть с Васконами у нас все будет. Военный союзник. Он подлый, на самом деле. Вот надежность его не очень хорошая. У него раз, два, три, четыре, пять, шесть целых городов под контролем. Все, заканчиваю. Этого персонажа не присвоен навык. Да и фиг с ним, с его навыком. Я хотел нажать отмена, а нажал окей. Я думал, типа, окей, сейчас нажму, и все будет хорошо. Я типа дам ему навык. Продолжать манипулировать вражеским тем агентом тоже не круто. Ну, хотелось бы его все-таки убить. Ну или хотя бы ранить. Лучше, в лучшем случае, точнее, самый лучший исход это переманить на свою сторону. Так, ну, пока я в относительной защищенности себя чувствую, на меня никто не прет. Дозорный повысился. Жрец повысился. Новая особенность. Налоговая ставка, вот. Уже плюс 15%. Ну, это круто же ведь. Вот это вот. Налоговую ставочку улучшили, да? Агент. Отличный администратор стал. Военное хозяйство, стоимость содержания армии. Тварь. Как его еще? Как ему сказать? Его можно вывести, допустим, из армии сейчас, чтобы он не... Содержание армии мне не так сильно подпорчило. К примеру, да? Вывести его... И, допустим, вот этого сановника. А вот этого сановника, допустим, отправить туда. У него же тут авторитет только, да? Эдикт хлеба и зрелища в провинции. 6. Давай, сановник. Да, авторитет себе качай. Эдикт хлеба и зрелища. Рост-заход, общественный... Да, вот этого, допустим, сановника я подправил бы... вот сюда. Давай так и сделаем. Ты, друг, вылез отсюда. Ты, друг, занялся военным управлением. А ты занялся культурным влиянием, да? Так ведь? Защита действия. На год ставка 11. Для провинции. А вот интересно, вот ты вот... Получил же, у тебя же есть администратор, но тебе нужно управлять, да, кем-то, чтобы это, этим заниматься. Эдит, хлеба и зрелищ, убийство, провокация, шанс успех. Тогда, дружок наш, мы сделаем по-другому. Так, в Картубиш там все прекрасно, да? Где там у нас Эдит, хлеба и зрелищ? В самой основной провинции, да? Здесь издам. Его можно тоже уже в новую ставочку отправить-то. Почему бы нет? Сколько добавляет эдикт хлеба и зрелищ? Пища 6, рост заход, возможность набора отрядов. А налоговая ставка? Пусть будет налоговая ставка. Здесь опять же нужно еще отстраиваться дальше. Резервуары стоят. Да ё-моё, в общем, столько всего нужно.
Стой, ладно, пока здесь. Ой, Таня. Нет, подождите. Отменить эдикт. Действующий лих, хлеба и зрелище. Я хочу отменить эдикт здесь. И Басим захватить и издать эдикт здесь. И уже здесь, допустим, нанять генерала без армии. Оставить его в элике. Я, блин, даже это сейчас сделаю. Нанять агента. Собрать войска. Так, коррупция, штраф за чужие культуры, пленники, боевой дух, авторитет, рвение. Ну, давай хотя бы коррупцию снизим немножко. Создать армию. Конные скутарии. У вас расход армии меньше. Ты идешь сюда, а ты за... Снять. Нельзя уже, да? А ты потом пойдешь и займешься военным управлением. Ведь круто ведь будет. Я же прав. Так, ну и здесь нужно перестраивать, значит. Алтарь. Доход производства. Да, вот так. Это из эдикта хлеба и зрелищ делается. И монетный двор я хотел, да? Пусть будет. Так, 4 монеты. Ну все, а этот генерал должен уже двигаться на Ибасим. И двигаться нужно будет с берега и Басим забирать, потому что с флота будет тяжко. И я не хочу попасться сейчас под вот эти войска своей армии. А то будет как-то позорно. Ладно, поплыли. Два хода, да, на это нужно. А на блокейд один. И Басим 11. Бла-бла-бла. Все, конец хода. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, что там у меня опять не так? Навык Акурио получил, друг. Ты у нас занимаешься разведкой, да? А, шанс избежать вражеских агентов пусть будет. Агент тебе. Да, агент. Все правильно, надо тебе агентуру. Так, и что? Все, это последний дядька был. Гнев Кариока. Сидим здесь, да? Продолжаем. 53 монеты. Ну да, все. Занимаемся военным управлением. И идем дальше в атаку. И все прекрасно у нас теперь уже с общественным порядком. Везде плюсики. Мавритания растет. Причем растет она очень быстро. За счет, не знаю даже за счет чего, наверное, за счет лета, да. А ранняя весна даже. Вот из-за этого плюс 6. И плюс 12, и круто все. А, Узитания растет. Дальняя Испания не имеет пищи, пища минус 2 у нее. Да бог бы с этой пищей. Это производственная провинция. Она будет приносить нам кучу денег. Турдитания. Вообще все круто. Кельтеберия. Великолепно. Галеция. Сейчас уже будет все хорошо. Нумидии уже, в принципе, все круто. Плюс 30. Я уйду. Будет плюс 2, да? Культурные различия очень-очень плохо все. Пуническая культура растет. Иберийская тоже чуть-чуть поднимается. Надо делать рощу эндовелика. И культурное влияние Иберии здесь пропагандировать. Вот. И на этом серию я закончу, потому что я уже даже сам не знаю, сколько прошло времени с начала серии. Так что увидимся в следующей. Всем спасибо. Всем пока.